Перед тем, как начать процесс создания чего-то, назовем это дизайн, я в первую очередь думаю о том, что я живу свою жизнь, и она происходит здесь, сейчас. Мне нравится создавать красивые живые вещи, наверное, с самого раннего детства, показывать их другим людям, предъявлять себя. Потом это превратилось в профессию и даже бизнес. Мне нравится, что в этом процессе я чувствую, что моя жизнь становится глубже и сложнее. Это не очень безопасный или стабильный путь, но когда его выбираешь, отпадают такие вопросы, зачем ты это делаешь, для кого. Потому что в первую очередь ты делаешь это для себя. И предлагаешь поучаствовать в этом другим людям, создать что-то вместе и прожить это. Даже сейчас, делая это видео, я думаю о том, что я хочу прожить часть своего дня именно так, думая об этом, планируя, волнуясь. Мне нравится сам процесс. И в итоге получается более искренняя штука. Ищите свой интерес, ищите вкус, стремитесь чувствовать, будьте живыми и развивайте этот навык.